Всем доброго времени суток, с вами Саня Электрик, и мы продолжаем играть в Майнкрафт под названием You are Herobrine. И у нас закончился факела, как я вижу. И нам нужно создать новые факела. Я Херобрин. 32 факела. Отлично. Так, редстоун. Ну что ж. О, немножко лаги. Железо. Почему такие лаги? Я не пойму. Да, мы пытаемся, как в предыдущей серии, найти алмазы. Главное не сдохнуть. Да ё, чё за лаги? Может Steam отрубить? О, точно. Так, я нажал выход. Думаю, быстро перестанут лаги быть. Ё, ты меня напугала, а? О, опять эта руда. Вау, вау! Мы нашли изумруд. А нам нужны алмазы. Чё так лагает? Так, время. Так, опять этот. Угля у нас много. Я вот не пойму, почему у меня лагает так. Вода. Окей. Да чё ты так лагаешь, а? Так, надо перезапустить Майнкрафт, подождите. В общем, все, я вернулся. Перезапустил Майнкрафт. Да идем вниз, наверное. Это была последняя еда. Может, я сдохну. Но мне надо алмазы. Или мне нужно возвращаться назад. Я вижу железо. Вижу. Где же они могут быть? Блин, мне стрёмно. Так, идем вперед. Мало ли, вдруг какой-то крипер. Ох, а если там лава? Тринадцатый уровень. Зла. Вау. Пошлите сюда. Будем искать алмазы. Может, они где-то здесь, я точно не знаю. Но они нам нужны. О!
Железо. О, там зомби. Хотя он нам не страшен. Железо. Железо нам пригодится. И кирка сломал. Оу, старые добрые звуки. Не знаю, я алмазы что-то никак найти не могу. Где же их найти-то? Я же не специалист там какой-то. В Майнкрафте. Давайте наверх выбираться. Давайте, может, сюда. Ё-ё-ё! Чё с игрой-то было? О. Нет, туда я не пойду. Ну, баню. О, вода. Ну, где-то они должны быть, да? Где-то они должны быть. Так, опять железо. Точно не здесь. Так, я так умру с голода. Тут он. Йо! Не-не-не-не, только... Да... Фух. Фух, хорошо, что они у меня. Так бы было бы конец. Привет. Ладно, пока возвращаемся по факелам. Оу. Чувствую, мы не вернемся. Так. Ё! Ух! Так, дерево есть, отлично. Так куда ты? Все факелы просрал. Ё! Аж два штуки. Бля. В жопу, в жопу, в жопу, в жопу. Стив, привет. Мне сейчас не до тебя. О, вроде бы туда нам. В баню это место, в баню. Ай-яй-яй. Стреляют. В баню это место, в баню. Да ё, чё за бред, блин. Теперь железо. Да это я назад вернулся. О, там какой-то проход.
Идем. Блин, я голоден, я так начну умирать. Мне нужно выбираться отсюда. Блин. Эх-эх-эх. Будем так подниматься. Другого выхода нет. Не знаю, как я далеко от своего дома. Или как низко. Песок. Вода, я еще задохнусь. Давай. Куда ты? Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай. Чуть-чуть солнце. Но хотя бы не загорю. Давай, 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 давай. О! Ох. Вообще, где это я? Где мой дом? И как мне отсюда? Блин. Мне придется просидеть в воде, ёлка. Там пещера, но это рискованно. Я могу не вернуться. То есть... умереть от солнца. Хотя я не знаю, в курсе, может, поможет мне железный доспех. Пока все таки... Чёрт, 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 чёрт! Не... никак. Чёрт возьми, а? Вот что теперь делать? Будем плыть, искать какую-то фигню. И я потерял свой дом, зашибись. Будем искать свой дом еще. Там же были всякие вещи. Так, жратва хотя бы есть, вижу корову. Это хорошо. Но солнце, ёкалманы. Только поднимайся, черт возьми. Там охотник, он меня сейчас убьет. Даже не знаю, что делать. Хотя есть идейка. Вот она. Идея мечты. Придется переждать. А зато плоть нам дает... еду. И это знаете, что значит? Нам нужен зомби. What the fuck? What the fuck? Черт, 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 черт. Сплошная темнота. Воу, 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 воу. Не-не-не-не. Фух. Не-не-не, в баню, в баню, в баню. Не хочу. Так, поднимаемся наверх. На железо.
Главное не долбануться, то конец. Так. Нам нужна еда. Где эти пещерные зомбаки? Ау! А ты чё было? Ёкалы мене! Прям зашибись! Паучок. Тихо, чтобы не хватало, чтобы я сгорел. О, скоро наступит вечер, и я смогу насладиться едой. Мне бы корову сюда, а. Как бы ее достать-то? Солнце, скорее садись, а то мне нужна еда. А то я умру голодным. Паук плавает. Овечка плавает. Ну прям зашибись. Ха-ха, молодец, паучара. Убил овечку. Убей ее. Правильно ты делаешь. Молодец, паук. Слушайте, это хорошо. Коровушки. Как будем вас достать-то? Ха-ха-ха-ха. Нужно больше мяса. Больше. Так, привет. Какого фига? Что, текстурная корова, что ли? Ох, сейчас ты мне ответишь. Ух. Так, а думаете-то где... О, да, где ледяной. Ау. Знаете чё? А я пока-то буду дерево для факелов. Тут у нас шерсть. Привет. Ого, как быстро. Эвил, нифига себе. Такого я еще не видал. Эвил. Это новые деревья. Ух ты, с одного раза. Круто. Это, наверное, мои деревья. Вон наша печка. Мы выбросим гриб. О, пошли. Ну блин. Еще скелетона не хватало. Кстати, а что будет, если...
А что с этих можно сделать? Я даже не знаю. Меч, 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 меч. Let's go, пошли. А, в атаку. Пятнадцатый уровень. Месть Стива. Душа Стива. Так, где-то в зимнем... Да, где-то в зимнем биоме должен быть наш дом. Вот вопрос, где? Я уже это все забыл. Херабрин ищет дом. Помогите. Блин, потеряла свой дом. Тем временем пауки убивают овечек. А мне нужно найти любой дом, по барабану какой. Главное спрятаться. Я уже голодный. Ёкаламан, еще мне кто-то стреляет. Ах ты сволочь. Ох ты сейчас мне ответишь. 16 уровень, 16 левел. Мне нужен дом. Овечки, о, овечки растут. Мне нужна шерсть. Так, у нас две шерсти. Значит, надо одна белая шерсть, чтобы было три. Отлично. На всякий случай у нас будет кровать. Мы только уснем, то есть, и проснемся сразу, то есть, для сохранения. Блин, где дома Стива? Стив, стой! Оно тебе. Я сегодня добрый. Пока. Что? Добрый. А вот для тебя нет. Иногда такой глюк случается, что он сам идет. Есть. Блин. Ау. В общем, дом я не найду. Даже не знаю, что делать. Вау, прочитать FPS. Вау, 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 вау. Вау. Давайте мы закончим серию. Давайте мы закончим серию, народ. Всем пока. С вами был Саня Электрик. Всем пока.